Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Избави Зали». Сейчас мы с вами будем вязать челму. Начинаем вязать. Вязание начинаем со снятия мерок и составления схемы вязания. У нас нужно несколько мерок. Вот вязать будем на такой манекен, вполне взрослого размера. Мне нужен, как обычно, объем головы. Это стандартная мерка. Объем головы, каждый свой так знает, это размер наших шапок. У манекена размер 54. Пишу объем головы 54. Длина головы. Длина шапки у меня будет определяться от того места, где я хочу ее видеть в самом начале, через макушку и до вот высоты. Пускай будет 38. Шапка свободненькая, чтобы она не сидела очень плотно по голове. 38. Длина головы 38. И ширина головы. Ширина головы пойдет у меня от уха. Ну, уха тут нету. Примерно вот от уха до уха. Ну, в принципе, давайте предположим, что она тоже 38. Может быть, чуть-чуть поменьше, но мельчить не будем. Пускай шапка будет свободной, потому что манекен очень маленький. Ширина головы тоже 38. На самом деле, вот эти мерки идут на ваше усмотрение. Длина, ширина. Так, манекен мне больше пока не нужен. Шапка у меня будет вязаться из прямоугольника, то есть основа ее. Прямоугольник. Вот это основа шапки. Естественно, вот это окружность головы, мерка. Вот эта мерка у меня пойдет одна вторая ширины головы. То есть вот здесь вот половина ширины головы. И будет еще одна часть. Она пойдет посередине, вот такая вот длинная. И вот эта мерка, вот это длина головы. То есть вот три мерки. Окружность, ширина, вот то, что у нас пойдет по голове, и длина головы целиком. Сейчас берем петельную пробу и будем считать, что же у нас получается. При том, что вязать мы будем непросто. Посередине у нас пойдет коса. Вот эта вот часть, она, в принципе, может идти прямо, а может изменяться по ширине. Она может расширяться, потому что, когда мы закончим основную часть, вот эту вот, мы можем вот с этой частью делать, что хотим. Мы можем ее расширять, мы можем ее вести прямо. Она, поскольку достаточно узкая, ну вот такая достаточно неширокая, она позволяет нам с собой делать что угодно. Нам не придется расширять шапку при вязании вот этой вот высокой части. Она сама по себе, вы можете ее расширять, вы можете вязать ее прямо. На процессе вязания это не сильно отразится. На процессе общего вида изделия тоже не повлияет никак. Просто будет сзади вот эта накладка то ли шире, то ли пойдет по всей длине одинаково. Это чисто моделирование и только на ваше желание. Зависит только от вашего желания. Ширина косы тоже только ваше желание. Она может быть тоненькая, может быть толстая. Как хотите. Может быть здесь несколько кос, может быть ажуры, может быть вообще совершенно другое переплетение. Теперь еще есть такой нюанс. У нас пойдет не прямой прямоугольник, не прямое полотно, а клинья. Здесь вот у нас пойдут клинья. Поскольку идет цветная вставка, вот этот трубчик, сейчас мы их количество посчитаем, пойдет он буквально там в нескольких петелечках от косы. Вот здесь у нас коса идет по всей длине. Вот от недалеко от косы. Тоже на ваше усмотрение, ближе дальше, только вам решать, идет цветная полоска, тоненькая, как разделитель такой, штрихи. И для того, чтобы мне сделать сборку, вот здесь вот по краю, эта сборка пойдет, которая должна будет опустить мою шапку. Для того, чтобы вот эта сборка была
ощутимо, для того, чтобы она хорошо завернулась, мне придется делать расширение. То есть после провязывания каждого клина я буду провязывать расширение. То есть у меня будет частичное вязание в каждом клине с одной стороны. И абсолютно то же самое я буду делать с другой. Симметричная работа. Расширение клина тоже зависит от вашего желания. Насколько сильно вы хотите его защипнуть. Потому что, вот, например, у меня полотно. Я могу его защипнуть раз, два и все. И вот это вот достаточно широкое полотно можно защипнуть всего на два малюсеньких вот таких вот защипчика. Если же я буду вязать частичное вязание, защипы будут гораздо больше. То есть я буду на ту же длину полотна, но с гораздо большими защипами. Поэтому вот здесь я буду вывязывать частичное расширение в каждом клине. Сколько этих клиньев, тоже зависит только от вас. Как хотите, 2 или 22, как вам понравится. Поэтому сейчас моя задача рассчитать мое полотно и разобраться с косой. С косой тоже мы будем делать порядный не расчет, а схему вязания этой косы, потому что, поскольку коса будет иметь разную ширину, в одном месте она будет совсем тоненькая, в другом она будет толстая. То есть, и вы можете эту косу вести от тоненького на расширение, и она самая широкая будет в конце, либо она самая широкая у вас будет на лбу, и буквально до нуля она сойдет на спинке. Тоже только ваше усмотрение, как вы хотите. Хотите, делайте ее целиком, вот такую широкую, одного типа переплетения. То есть 10 на 10 или 3 на 3, это уже абсолютно не играет роли. Мы будем делать косу 10 на 10 и закончим. Вот как закончим, тоже будем сейчас смотреть. Это зависит только от количества рядов. Потому что мельчить косу нельзя. 10 на 10, если мы будем делать через 5 рядов, это будет очень сжато, это некрасиво. 10 на 10 требует большого количества рядов провязки. А 2 на 2 требует буквально там 3 рядочка, 3-4 рядочка, и тогда уже эта коса будет смотреться гармонично и красиво. Поэтому, поскольку коса будет иметь разное количество петель в своем переплетении, то и разное количество рядов на каждое переплетение пойдет. Все, сейчас будем просчитывать. Для того, чтобы посчитать и посмотреть, как у нас все получается, нам нужна петельная проба. Сейчас мы ее делаем. Записываю себе плотность вязания, пробу, и будем делать расчет нашей шапки. Так, ну у меня образец небольшой, потому что достаточно широкая толстая нитка. 30 петель и 30 рядов. Для такой шапки сойдет 30 петель 14,5, 30 рядов 9,5 сантиметров. Плотность 7,5. Сейчас я рассчитаю, сколько у меня петель рядов в одном сантиметре. 30 делим на 30 делить на 14,5 равно так, 30 петель делим на 14,5 сантиметров равно 2,07, там 2,06 петли и 30, ну тысячные уже, наверное, не нужно. 30 делим на 9,5 равно 3,16 ряда. Вот моя петельная проба при плотности 7,5. Беру листик и перерисовываю мою схему. Сейчас я на ней буду все отмечать. И вот так вот она пойдет. Здесь у меня будут точки, и распределим количество линий. Перерисовали схему, берем калькулятор и считаем. Окружность головы у меня 54, значит 54 это петли умножить на 2. 54 умножить 2,06 равно 54 умножить 2,06 равно 110 петель. Дальше. 1/2 ширины головы. Ширина головы 38. 38 делить на 2 равно 19.
Это ряды умножить на 3,16 в одном сантиметре, 60 рядов. То есть, провязав 60 рядов, я получаю, собственно, шапку. Теперь мне нужна вот эта вот часть целиком. Она тоже 38, и получается длина головы. Длина головы, вот эта вот часть длинная, 38 сантиметров, умножить на 3,16, 120 сантиметров, то есть 60 рядов, и еще 60 рядов я после этого провязываю вот эту вот часть саму по себе. Это общее количество, в принципе, не так много на такой достаточно широкой нитке. Можно вязать из очень тоненькой ниточки, в принципе. Вязание будет абсолютно такое же, только больше петель и рядов. Теперь, что касается косы. Косичка, если она будет 10 на 10, это 20 петель. Плюс по одной игле у меня пойдет подниматься, это 22 уже петли. Плюс хотя бы петли по 3 нужно по краям, для того, чтобы коса это хоть как-то выглядела нормально. Поэтому 22 и 6, 28 петель. 28 петель – это мне минимальное количество петель для того, чтобы коса выглядела нормально. Вот, вот эта вот часть. Ну и учитывая, что дойдя до края, мы эту планку сошьем, давайте сделаем 30. Не 28, округлим, 30 петель – это у нас коса. И прямо от этих 30 петель я могу вывязывать полоски. Могу чуть-чуть подальше отойти, посмотрим по ходу дела. Ну, давайте прямо сейчас 110 минус 30. Это 80 и делим на 2, по 40. Вот здесь вот 40 петель и вот здесь 40 петель. В принципе, 40 не так много. Пускай здесь будет... Точки начинать будем прямо от косы, пускай от косички пойдем. И смотрите, такой момент, коса у нас будет уменьшаться, значит, и вот эти линии у меня будут идти тоже вот по дальше, потому что коса пойдет на уменьшение, не так резко, но она пойдет от максимума до минимума на затылке, и соответственно вот эти вот линии у меня тоже будут двигаться. Они не будут стабильно стоять на одном месте. У меня вся шапка будет в движении. То есть она вся будет такая вот нестандартная. То есть можно от какой-то точки начинать. И каждый раз в том месте, где мы будем косу уменьшать, мы будем сдвигать и штриховую линию, вот эту нашу, которая будет разделять складки. Теперь количество складок. 60 рядов. Минимально зажим складки хорош вот такой вот. Это минимум. Если складку делать меньше, она будет совсем-совсем вот крошечная. То есть складка у меня должна быть минимально 2,5 сантиметра. То есть 60 я делю на 2,5 сантиметра. 60 делю на 2,5, получается так. 2,5 это сантиметр, конечно. 2,5 умножить на 3,16. Я узнаю, сколько у меня рядов 2,5. Это 7,9. 8 рядов складка. Через 8 рядов я, в общем-то, могу делать складку. Но 8 не то не сё, давайте округлим, 10. И получится, что я провязываю 10 рядов в начале без складки и 10 рядов в конце без складки со штрихами. Штрихи будут. И 6, итого у меня 6, то есть 5 штрихов. Раз, два, три, раз, два, три. 4, 5.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестьдесят, десять, 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 десять и десять. То есть у меня получается раз, два, три, четыре, пять штриховых линий. На такую шапку вполне достаточно. Через 10 рядов каждую. И в течение вот этих 10 рядов, первый ряд мы не трогаем. Начиная со второго, я буду делать частичное вязание, увеличивать. Поделю. Чем больше будет складка, тем, в общем-то, лучше. Минимально, еще раз скажу, 2,5, если зажим заложено, то получается, что у меня складка должна быть вот такая. Это если она у меня будет 2,5. То есть вот такой ширины у меня складочка, если идет, то количество полотна должно быть аж 7,5 сантиметров. Поэтому вот здесь из 2,5 я должна сделать 7,5. А 7,5, сейчас смотрю, сколько это у меня рядов, умножить на 3, 16 равно 23. То есть вместо 10 рядов я должна провязать 23. То есть в 2 раза увеличить. Пишу 22 ряда, у меня должна быть каждая складка на выходе. Вот такое количество петель я должна добавить. Так, 10 рядов я провязываю само собой, и 10 и 12, так, плюс 12 рядов для того, чтобы получить 22, я должна добавить каждый раз. Количество петель у меня 40. 40 делим на 12. Так, 12, простите, 12 рядов, это 6 фаз. Потому что прибавлять петли я могу не каждый раз, а через определенное количество раз. Как минимум через 2. Значит, 12 рядов, это 6 фаз, 40 петель, которые у меня даны на провязывание вот этого узора. Я делю на 6. Получаю, так, 40 делить на 6, машина считать не хочет. 6 и 6. То есть по 6 плюс 6 петель каждый раз я выставляю в работу. Когда мы дойдем с вами до складок, я еще раз покажу и объясню, в чем дело. То есть смотрите сейчас просто, как мы это все считаем. Теперь у меня 120 рядов на провязывание косички. Со складками разберемся, в процессе вязания не переживайте. На провязывание косички у меня 120 рядов. Сейчас мы с вами распределим косу. Какое количество рядов петель и вообще до какого количества косы, насколько узкой мы с вами можем дойти. Буду делать косу 10 на 10. Шире, если вы хотите шире, делайте шире. У кого тоненькая ниточка, тем коса нужна будет шире. Как ее делать? Принцип будет один и тот же, что 10 на 10, что 20 на 20. Будем делать одинаково. Поэтому моя коса, поскольку достаточно широкая толстая нитка, будет 10 на 10. Следующее сечение 9 на 9, 8 на 8, 7 на 7, 6 на 6, 5 на 5. Посмотрю, до скольки хватает. Итак, 10 на 10 начинать буду. В начале провяжу пару сантиметров, потому что косу нельзя делать в самом начале, это неправильно, мы должны сколько-то провязать и после этого делать косу. Пара сантиметров, это у нас 2 умножить на 3, 16, 6 рядов. Провязываю 6 рядов и делаю косу 10 на 10. Следующая коса у меня, поскольку 10 на 10, она достаточно широкая, мне нужно провязать, не знаю, сантиметров 4-5, вот так вот, потому что слишком часто делать эту косу не стоит. Она будет очень тугая, очень такая вот сплющенная. Поэтому где-то сантиметра 4,5-5 у меня будет следующее сечение косы. Беру 4,5, умножаю на 3, 16. 14, 22. Ну давайте. 14, хорошо. 14. Через 14 рядов я делаю 9 на 9.
И смотрите, каждый раз у меня уменьшается коса, и каждый раз я буду уменьшать сечение. Мне нужно определиться только с первым количеством рядов. Следующее пойдет 12. 8 на 8. 7 на 7. Так. 10, 14, 9, 12, 10, 8, 6, 4. Ну, 4, наверное, 4. 4 ряда, это, конечно, слишком. Это очень туго. Но сейчас посмотрим, сколько у нас получается. У меня всего 120 рядов. И более того, закончить я тоже должна каким-то количеством рядов. То есть не надо косу делать прямо вот в конце. Ну, с тем, что в конце, мы разберемся потом. Так, 120. Минус 6. Минус 14. Минус... Так, ну если прикинуть при таком раскладе, что у нас каждая коса меньше на одну петлю и при этом меньше на два ряда, то у нас получается достаточно много свободных рядов. Нам эти свободные ряды нужно раскидать дальше. То есть либо я еще уменьшаю косу, беру 4 на 4 и 3 на 3. Последнее меньше в такой большой шапке уже делать не стоит. Получается. И потом смотрим. 3 на 3, если брать 4 ряда, это очень мало. Это мало, катастрофично. Четыре ряда – это сантиметр. Это мало, надо как минимум 2. Поэтому 8 рядов сохраняем. Здесь 10, 8, 8. Вот не меньше, иначе будет очень жидко. 8 на 8 коса тоже пускай будет через 12. 9 на 9 сохраним ее 14. То есть смотрите, раскидали, и дальше вы смотрите, уже варьируете ваши косы. Все будет зависеть только от того, насколько тоненькая у вас будет нитка, насколько большое количество рядов и насколько большое количество петель у вас будет в вашей косичке. Прикидывайте сами на глаз, сколько вы хотите рядов иметь вот в косе такой ширины. Я смотрю, что у меня получается при таком раскладе. 120. Давайте сделаем 2 косы по 10 и 2 косы по 9. 14, еще 14. Получается 120 минус 6 минус 2 раза по 14. То есть я делаю 2 раза по 10. Минус 28. Минус еще 2 раза по 14. Я смотрю, я просто прикидываю, хватит или не хватит. Минус еще 28. Минус 12. Минус 10. Минус 8, 8. Минус 16. То есть у меня остается еще 20 петель, как раз 4 на 4. Это будет через 6 рядов и через 6 рядов. И минус 12. И у меня остается 8 рядов свободного полотна. Вот. В принципе, такой расклад меня устроит более чем. Поэтому сейчас, что я могу сделать? Я могу распечатать лист, на котором распишу вот эти свои 120 рядов. То есть просто табличка на 120 рядов на одном полотне. И на вот этом листочке я просто разложу свою шапку, что в каком ряду я выполняю. И тогда, имея перед глазами вот такой лист, не будет просто не запутаться, потому что у меня каждый ряд будет расписан, что я выполняю, в какой последовательности. Поэтому сейчас, учитывая, что у меня 120 рядов, моя шапка, я беру, распечатываю листик, на котором у меня будет 120 строчек. И будем расписывать все наши узоры так, чтобы было понятно, потому что когда мы вяжем, чем меньше перед нами информации лежит, тем лучше. Один лист нас вполне устроит. Итак, вот 120 строчек. Мне удобнее все это заносить в один лист. Вы можете распечатать так, вам, как вам надо. Если видите так мелко, то в один лист. Если не видите мелко, в несколько листиков вы склеиваете, чтобы у вас было вот эти наши ряды единым полотном. Просто так удобнее смотреть.
берем нашу косу и смотрим, как мы ее считали. Если начинаю с первого ряда, то вот так вот дальше и идем карандашиком, чтобы потом несколько раз не распечатывать. Смотрю, первые 6 строчек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, я не делаю перевитие. Вот здесь я делаю 10 на 10 на седьмом ряду. Дальше 14 рядов у меня идет гладь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. Вот здесь я тоже делаю 10 на 10. Два раза 10 на 10 сделано. Теперь два раза 9 на 9. Тоже через 14 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. Здесь делаю 9 на 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. Вот здесь делаю 9 на 9. 9 на 9 закончили. Теперь 8 на 8 через 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 на 8. Дальше 7 на 7 через 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 на 7. 6 на 6 через 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 на 6. 5 на 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 на 5. Через 6, 4 на 4 и 3 на 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну пускай будет 7 на 4 на 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, пускай будет еще 1, 4 на 4. И дальше 3 на 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 на 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 на 3. Вот такая вот разбежка. Видите, здесь широкая достаточно часть и уже. И дальше мы можем уже делать совсем маленькие косички. Как вам нравится. Вот нравятся вам широкие, делайте широкие. Нравятся узкие, делайте узкие. Еще раз скажу, что гораздо удобнее все расписывать на едином полотне. Я распечатала на один листик, чтобы просто вам было удобнее показывать. Итак, вот этот безобразный лист мне больше не нужен. Беру следующий лист. Итак, где у меня 60 рядов? Так, 60, так мелко напечатано. Так, вот здесь вот я заканчиваю вязание основной части. И у меня третий листик, на котором мы с вами раскладку делали по 10 рядов. И так и беру 10 рядов. Красненьким, чтобы было видно. 10, 20, 30, 40 и 50. Там, где у меня красная линия, там я делаю полосу на ряду, когда дохожу до красной линейки вот этой, делаю полосу. Границы я буду отмечать прямо на машинке, не здесь, а на петли я отмечаю на машине, ряды я отмечаю на этом листике. Итак, в каждом отмеченном ряду я делаю полосу, и плюс к этому я делаю разметку плюс по 6 петель. Плюс 6 петель. Пишу себе. Это для частичного вязания. То есть я выдвигаю все иголки. И каждый раз плюс 6 петель достаю из работы, чтобы сделать раздвижку. То есть я провязываю 2-3 ряда, делаю раздвижку. Могу раздвижку делать в середине полотна. Это тоже хорошо. Вот здесь вот отмечаю каждую середину. Вот здесь вот в каждой серединке, и 1, 2, 3, 4, я делаю 4 вот эти вот раздвижки огромные. У меня будет одна складка, вторая, третья и четвертая. То есть в каждой середине, видите, я сделала отметочку, я делаю, провязываю 5 рядов и делаю раздвижку полотна. Плюс к этому у меня
Вот, могу себе даже отметить вот эти вот 3D, где я делаю косички. Все, 3 на 3, 3 на 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, вот здесь вот 9, 9, 10 и 10. Все, это вот эти вот 10, 10, 9, это количество петель в косичке с одной стороны. Кружочком обведены ряды, в которых я делаю косу, а линеечкой у меня выделены ряды, в которых я провязываю ряд цветной. Собственно, вот схема нашего полотна, больше ничего. Мы с вами решили, что у меня 110 петель шапка, из них 30 петель, вот это вот средняя часть. Уж на 30 петлях серединки я разберусь, где у меня перевитие будет. Перевитие четко по центру пойдет. Все. Теперь еще такой маленький-маленький нюанс. У меня, поскольку эта шапка такая хитрая, это все-таки больше челма, у нее не должно быть ни резинки по краю, ни подгиба, но это в моем варианте. Поэтому для того, чтобы не оставлять вот непонятный такой край, я подгиб по краю все-таки сделаю. Причем сделаю его минимальным, вот маленьким, какой только может быть. Просто вот минимальный подгибчик, чтобы это просто сидело на голове, чтобы был хоть какой-то край. И смотрите, этот подгибчик у меня, в принципе, это тоже должен идти в расчет вязания. Будет он буквально там 4-5 рядов. Я могу взять эти 5 рядов из задней части, могу добавить плюс ко всему. То есть пускай шапка будет такая свободная. Это тоже на ваше усмотрение. Можно было сразу предусмотреть подгиб, можно его добавить к полотну. Смотрите, как вам нравится. Поскольку у меня манекен чуть-чуть поменьше, чем настоящая голова, буквально чуть-чуть, поэтому я добавлю этот подгиб. Показывать вам буду на манекене, но для того, чтобы эта шапка была как раз и мне тоже, пускай она будет чуть-чуть подлиннее, чем этот манекен. Уж больно он маловат. Для демонстрации сойдет, но шапку добавить буквально тот сантиметр лишним не будет. Все, беру машинку, провязываю 110 петель, набор делаю, провязываю минимальный подгиб, либо минимальный, либо максимальный, какой, как вам нравится. И начинаю выполнять вот этот вот узор по тому расчету, который мы с вами так долго и старательно делали. Набор петель сделан. Провязано минимальное количество рядов для того, чтобы можно было взять и надеть петли на иголки. Если у вас машинка с нитеводом, делайте любой удобный вам набор. Как правило, на машинах с нитеводом мы выполняем набор при помощи вспомогательной нитки. Значит, берете вспомогательную нить, провязываете несколько рядов, навешиваете на нее грузики. Вспомогательная нить принимает на себя всю тяжесть наших грузов. После чего провязываете один ряд катушечной нитью, просто один ряд. И следом ввязываете уже наш подгиб. У вас получаются прекрасные открытые петли, которые разделяются с основным вязанием через катушечную нитку. И эти петли, которые вы видите, уже можете надевать на иголки, получать совершенно чудесный подгиб. Очень ровный и аккуратный. У меня машина с ручной прокладкой вот сейчас используется, поэтому я могу выполнять просто обвив полотна. Получаются очень ровные петли. На машинах с нитеводом начинать с обвива не стоит. У вас на обвив придется надевать оттяжки, и полотно будет испорчено. А так у вас оттяжки остаются висеть на этой вспомогательной нитке. Вы ее не снимаете. После того, как надели подгиб, вспомогательная нитка остается висеть на полотне вместе с грузиками. То есть грузы вы возвращаете обратно, если они у вас снимаются при надевании вот этих вот подгибов. Если груз вы не снимали, значит, все остается как было. Снимаете грузики, снимаете полотно после того, как уже закончим вязание, не раньше. Итак, берете, надеваете наш подгиб, вот он, и после этого наша задача провязать, сколько у меня тут,
темноте не вижу, 6 рядов до начала косички. То есть подгиб это подгиб. В принципе, этот подгиб может идти в расчет полотна. Пожалуйста, пускай он идет у вас в расчет полотна. И вяжете, вот здесь у меня 5 рядов, я могу провязать парочку рядов и считать, что у меня провязана вот эта часть. Если вы не хотите удлинять вашу шапку. Я буду провязывать часть рядов, то есть подгиб я учту, и буду считать, что у меня там 2-3 ряда ушло на подгиб. То есть я не буду делать увеличение на вот эти вот 5 рядов, которые есть у меня в подгибе. Счетчик обязательно ставьте и провязывайте до начала косы. Все. После того, как мы определяемся уже с петлями и с рядами, провязывайте до начала косички. Будем выполнять первую косу 10 на 10. Приступаем к самому главному. У нас по плану косичка 10 на 10. Вот. Итак, наша задача сейчас разметить наше полотно, чтобы оно никуда не сбилось, и чтобы мы с этой косичкой, чтобы выполнили ее правильно. Итак, коса у меня будет 10 на 10, 20 петель. Значит, вот эта иголка и вот эта иголка у меня пойдут... Ну, вы, наверное, в курсе, что когда косичку мы вяжем, мы должны ее обрамить изнаночной петлей. Вот эти две иголки у меня будут, петли с них распущены и подняты лицевой. То есть у меня будет косичка отделяться от основного вязания просто изнаночной петелькой. Вот она. И вот эта петля изнаночная, я ее буду поднимать не сразу, а через какое-то время, чтобы не... Вот провяжу там, не знаю, рядов 30 и подниму. Провяжу рядов 30 и подниму. Но для того, чтобы я так могла сделать, у меня вот эта петля должна быть постоянной. То есть я ее буду сдвигать вместе с вязанием. Как это будем делать, посмотрим на следующем полотне, когда будем делать 9 на 9. Вот там мы будем делать сдвижку, то есть мы два раза делаем 10 на 10. И когда мы будем делать 9 на 9, первый раз мы сдвинем наши петли полностью. Потому что вот эта петля постоянно, ее я двигать не должна. И вот так вот делать никаких ступенек мы не будем. Этот ряд пойдет ровненьким. Так, 10 на 10. Дальше помните, что у нас всего... Говорили, что центральная часть 30 петель. Хорошо. Поэтому 30. Значит, 1, 2, 3, 4, 5 сюда. 1, 2, 3, 4, 5 сюда. В принципе, вот эта часть, может быть, я могу ее вообще не трогать. Могу отмечать, могу не отмечать. Но дело в том, что... От того, где я буду делать начало синего ряда, то есть точка, насколько далеко буду относить полосы синие от косы, зависит и вот эта точка. Буду я ее выносить прямо отсюда, либо немножко подальше. Пускай будет ближе. Просто вот так вот необычно будет это смотреться. Поэтому вот здесь у меня... Пойдет изнаночная петля. И, в принципе, я могу петель на 5 отодвинуть и через 5 петель делать синий ряд. Пускай будет так. То есть не будем лепить. 30 петель я потом в любом случае отмерю, когда закончу первую часть. И давайте 1, 2, 3, 4, 5. Вот отсюда я буду делать... синий ряд. Вот. Пропущу здесь 4 петельки. И то же самое делаю здесь. 1, 2, 3, 4. Да, и вот на пятой иголочке я буду делать синий ряд. Вот от нее начну. Все вроде бы ровно выставлено. Смотрю. 4, 4. По количеству ровно. 10 на 10 нормально. Рисовать я буду, как уже сказала, мелом, или не говорила, говорю. Есть разные способы отметки петель на машине. Мел
не лучший способ, потому что он стирается. Его надо постоянно обновлять. Но поскольку мы постоянно и так будем все это стирать и переносить, мел идеален, его не надо переклеивать и вообще ничего не надо. Стер пальцем, нарисовал рядышком, прекрасно. Если у вас машина светлая, можете использовать любой маркер водяной, главное, не спиртовой. Можете использовать старые косметические карандаши, идеально рисуют. Легко стирается пальцем, легко наносится заново. Мягкие и хорошо сохраняются на протяжении всего вязания. Так, это что касается отметок на машинке. Итак, я сейчас должна делать первую косу. 10 на 10. Вот она. Беру нитку того же цвета, что и основное вязание. Это обязательно. Мне нужно две ниточки. Не длинных. Вот. Очень длинных тоже не надо. Главное, чтобы вот она немножко была длиннее, чем 10 петель. Ножницы. Отрезаю эту нитку. Две штуки. Две лучше, чем одна, сразу говорю. Потому что где-то я видела такие косы, выполняют одной ниткой. Ну, замайтесь, честно говоря. При таком способе все гораздо, гораздо проще. Начинаем выполнение косы. Беру нить того же цвета, что основное вязание. И начинаю провязывать петли. Смотрите, у меня очень большое вязание, очень длинное. Поэтому мне нужны длинные-длинные петли. Вот эта петля должна оказаться вот здесь. Вот аж вот такой длины петля мне нужна, видите? Естественно, такую петлю я не сделаю никак. Мне нужен вспомогательный инструмент. Линейка. Подойдет идеально. Итак, я беру, оставляю хвостик нитки. Смотрю, что у меня первая петля. Я ее провязала. Оставила иглу с задним положением. Линейкой обвила. Видите, следующую. Обвила нитью линейку. Провязала следующую петлю. Обвила нитью линейку. Провязываю следующую петлю. И так далее. Вот таким образом я делаю длинные-длинные петли. Самое главное, чтобы линейка не упала, петли не слетели. Можно не так далеко все это уносить. И чем больше у меня петли, тем длиннее, тем большую какую-то поверхность я беру. Немножко можно тоненькую линейку, карандашик или вообще оставлять на... Достаточно будет вот этих вот сдвига петель в заднее положение. Но до этого мы с вами еще дойдем. Сейчас мы пока выполняем провязывание вот таких огромных петель, потому что коса у нас очень большая. И сдвигать мне ее надо очень далеко. Десятая петля. Все. Я отрезаю нитку. Одной нитью провязывать обе части не стоит. Вам будет очень тяжело с ними справляться, с этими нитками. Они расходятся очень далеко. И, честно говоря, вот я где-то в интернете видела, кто-то делал такие косы одной ниткой. Вот полностью всю косу, все 20 игл снимали на одну нитку. И дальше начинается просто паучье переплетение, потому что эти петли путаются. Ну зачем себе усложнять жизнь? Такие вещи нужно делать все-таки удобно и комфортно. Беру следующую нитку и делаю то же самое. То есть вторую косу я делаю точно-точно так же. Вторую часть косы. Просто снимаю. Не снимаю, а на отдельную нитку. На отдельную нить. Точно такого же цвета и качества. То есть ту же самую нить, с которой мы вяжем, для того, чтобы не было ничего видно, когда мы будем стягивать нашу косичку. Естественно, мы ее вот такой вот рыхлой не оставим, мы все стянем, но мы это будем делать потом. Так, последняя, десятая игла. Все, теперь нитка не нужна.
Очень-очень осторожно. Очень-очень. Вот как только можно осторожно. Берете либо спицу, либо какой-то другой вспомогательный инструмент, какой у вас есть, потому что, скорее всего, большое количество декеров вряд ли у вас есть. Если есть 10 на 10, прекрасно, но 10 на 10 есть далеко не у всех. Будем исходить из того, что такого декера нет. Очень аккуратно стянули сюда все эти иголочки. И снимаете первую часть на спицу, на длинную иглу. Смотрите, какую часть вы сначала будете надевать на петли. У меня привычка сначала надевать правую налево, а потом левую сюда. Своей привычкой я не пренебрегаю, я так и оставлю это полотно вот в таком виде. Идите сюда, первые петли, вас я сейчас и сниму. Очень аккуратно на иглу. Торопиться в этой, при проведении вот этой операции не стоит. Поторопитесь, будет хуже гораздо. Но с другой стороны, эти петли настолько длинные и большие, что убежать они не могут, ну никак. Поэтому тоже ничего очень страшного не случится, если вы и потеряете какую-то петелечку. Никуда они от вас не денутся. Так, могу эту часть освободить. Очень осторожно вытягиваете эти петли. Вот они. Таких точно хватит на все. И теперь беру два декера по 5 и точно так же их снимаю. Петли на них снимаю раз. И петли на... Так, я сняла рядышком. Забыла петлю рядом. Снимаю раз. И снимаю два. Тут он уже сам снялся. Очень осторожно, эти петли настолько нестабильно тут висят, они совершенно не натягиваются, поэтому обращаться с ними надо очень-очень осторожно. Закрыли язычки. И тогда спокойно сняли полотно. Линейка больше не нужна. Осторожно вытягиваю эти петли, вот они все вытянулись, и пересаживаю их на иголки соседние. Язычки поправлю. Видите, операция такая несложная технологически, технически, не технологически, никак не сложная. Она единственная, что требует внимания. Внимания и торопиться нельзя, нужно очень спокойно все это делать. Раз, два. Так, мы перенесли первую часть. Вот наша вторая часть. Что я могу сделать? Я могу взять и по одной иголочке надевать. Так, главное тоже очень осторожно, потому что иголочка у меня уже попыталась слететь. Чтобы ничего не запуталось. Эти иглы сюда, а эту вот сюда, по одной. Раз. Вторая. Два и так далее. Третья. Можно на простой спице, можно опять с этой спицы снять на декеры, можно вот так вот по очереди, как вам удобно. Какие у вас есть приспособления. В данном случае я использую крючок, вспомогательный крюк от двухфантурной машины.
Он отлично держит за счет того, что у него есть крючок. Она не дает слетать полотну. И, ой, так. И в то же время он достаточно длинный, чтобы на него все это поместилось. Вот последний. Ой, все. Мы с вами перенесли косу. Длинную, длинную, длинную. Вот она. Вот эти вот хвостики не трогаем пока, пускай они тут и висят. Мы их уберем потом. Сейчас лучше вообще ничего не трогать на нашем вязании. Сейчас у меня 6 рядов. Я провязываю до 10 совершенно спокойно, ничего не трогая. Когда буду провязывать вот эту часть, могу ее немножко подтянуть, потому что здесь уж такие огромные петли, что машина может быть не очень довольна такой вот рыхлостью. Потом мы все это подтянем, зашьем, уберем, не переживайте, что здесь будут какие-то дыры, ничего не будет. Итак, у меня все вот оно провязано. Теперь до 10, до 10 ряда я спокойно вяжу единым полотном. Когда будет 10 ряд, будем делать уже полосу. Так, управляю все иглы. Это особенность моей машины. Если у вас это делать не надо, то не надо. Иглы. Обязательно смотрю язычки. Это тоже. Моя машинка требует. Если у меня хоть какой-то язычок будет закрыт, полотно слетит с машины. И вяжу до 10 ряда все одним полотном на одной плотности. Все прекрасно провязалось. И дальше. Косичка сделана. 8. Девять, десять. 10 рядов провязано. У меня линеечка на 10 ряду. Беру контрастную нить. У меня это нить синего цвета. Можно, конечно, взять нить того же цвета, другого тона. Можно вот так вот контрастно выделять. Можно, кстати, взять какую-то нить, если вы вяжете шапку в тон к чему-то, у вас есть или в пальто, или сумка такого же цвета. Вот выделить такой штришок, это будет очень интересно. И вспоминаем, что у меня вот здесь вторые рисочки, вот они, от них я буду провязывать это полотно. Все. То есть я ставлю в переднее положение все иголки, какие у меня есть. Я снимаю счетчик, потому что он у меня не имеет возможности откручиваться назад, и каждый раз его заново накручивать мне не хочется. Я его снимаю на время вывязывания частичного, и вот этих рисочек, которые у меня тоже в расчет не пойдут. Беру риску и провязываю частично, только на вот этом вот кусочке, до точки, которую я отметила рядом с косой. Все, больше не провязывайте. Так, не туда нитку направила. Можно провязать потуже. Вот у меня 7,5 рабочие, я провяжу на 6,5 ряд здесь. И эту нитку я отрезаю, потому что следующая у меня будет не скоро, и вот эти вот протяжки мне не нужны. Ставлю вперед. То же самое делаю с другой стороны. Вот она моя отметка. Я ставлю рабочее положение. Часть игл до точки. Эта иголка тоже принимает участие. И провязываю рядочек. Один. Можно два. Будет немножко другой эффект. Нитку отрезаю. Возвращаюсь к рабочей нити.
ставлю все в рабочее положение. И обратно счетчик. Потому что сейчас я провяжу пару рядов на всех иглах. Принципиальный вопрос. Вязать на середине, либо с краешку. Ну, тут как хотите, потому что можно увеличивать с самого начала, можно в середине. Давайте будем с самого начала. Вот мы сейчас начали и будем делать увеличение в одну сторону. Сразу вот так вот резко провязываю общий ряд. Плотность возвращаю рабочую. Один ряд на всех иголках. Этот ряд пойдет у меня в расчет. Мне нужно прикрыть синие петли, чтобы на них не было никаких даже следов рыжей нитки, обвивов, обкрутов, чужеродного вмешательства такого. Один ряд. И снимаю счетчик. Опять же, можно было его и так накрутить, не надевая. Так, все иголки в переднее положение. Не забывайте, что когда мы ставим хоть что-то в переднее положение, независимо от того, что мы вяжем, узор, вот как сейчас частичное вязание, рычаги частичного вязания включать, чтобы машина сама не забирала у нас ничего в работу. И смотрим. Помните, мы считали плюс 6 петель. То есть мы вот это количество петель делили на количество рядов, получили 6 петель. На самом деле, знаю, что мне нужно провязать дополнительно еще 12 рядов, для того, чтобы у меня хорошо так закрутилась складочка. Я делила вот эти вот 12 рядов, это 6 фаз, на количество петель. Если я буду по 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, можно и по 7 на самом деле. Ставим все в рабочее положение, кроме 7 игл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на этих 7 иглах мы начинаем провязывать частичное вязание. Иглы все вперед, мы вводим их в работу. Не выводим, а именно вводим в работу иголки. 7 игл. 1, 2, 7 игл еще. 3. 4, еще 7, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 7, 8, еще 7. 9, 10. Видите, насколько мы увеличили количество рядов. Ну и здесь у меня осталось 3 иголочки. Я ввожу 2. На последней, где у меня синяя, я ее оставляю, ее обовью. Получается 11, 12. Все, я вот так сильно увеличила клин. И теперь я спокойно провяжу еще 10 рядов. Но для этого я перееду на другую сторону и сделаю там то же самое. Я перевожу нить на левую сторону. Провязываю все иголки, один ряд. У меня нить перевелась сюда. На счетчике отмечаю плюс один ряд и делаю все то же самое. Ставлю в переднее положение все иглы, кроме первых 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все остальные, вообще все иглы вязания вперед. И тоже по 7 иголок ввожу в работу. Делаю все то же самое. 1, 2, еще 7. 3, 4, еще 7, 5, 6,
7, 8, 9, 10 и 2 иголочки. То же самое, как я делала с той стороны. 11, 12. Вот эти 12 рядов дополнительно мне и создадут хорошую складочку. Раз, два. Все, я провязала. Ставлю все в рабочее положение. Теперь совершенно спокойно надеваю счетчик обратно. И считаю, что у меня провязано 12 рядов. То есть мы вязали вот это все. Вот здесь мало, здесь много. Прекрасно. У меня провязано 12 рядов. Следующая операция, которую я должна буду выполнять, у меня на... Сейчас скажу. На 20 ряду. То есть, когда у меня будет 20 ряд, я делаю еще одну вставку, вот этот клин. И на 21 ряду я делаю перевитие 10 на 10, второе. И так спокойненько вяжу себе до 20 ряда. На всех-всех иголках рабочая плотность, ничего не меняется. До 20 ряда сейчас у меня 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20 рядов. Вот здесь вот огромная рыхлая коса. Сейчас я сделаю здесь еще одну точно такую же. Ну, вот видите, расстояние вполне себе достаточное между косичками. Пока она вот так вот безобразно выглядит, это еще не коса. Стягивать мы ее будем, когда снимем полотно с машинки. На машине ничего делать не будем. Удобнее, когда все это лежит на столе перед руками. Никакие иглы нигде не торчат и ни за что не цепляется. Повторяю ту же самую операцию. Я делаю, снимаю счетчик, 20 ряд. Так, синий цвет. Беру синий цвет. Один ряд. Отрезаю. Видите, я отрезаю, потому что здесь достаточно большое расстояние и такие длинные хвосты, перемычки мне совершенно не интересны. И с этой стороны то же самое. Вот это игла. Делаю один ряд. Вот, и слетело у меня. Так, сейчас поправляю. И провязываю один общий ряд и делаю косу. Так, общий ряд. Возвращаю каретку к рабочей нитке. Все иголки в рабочее положение. Проверяю вилочки. Поскольку у меня на 21 ряду планируется коса, значит 21 ряд я сейчас и провязываю. Все нитки затяну, когда буду уже делать сшивание нашей шапочки. 21 отмечаю на счетчике. И по плану 21 ряд у меня коса 10 на 10. Я повторяю ту же самую операцию. Делаю сборку на линейку, вот так вот. И дальше провязываю вот такие же клинья. Все делаю то же самое. И самая интересная следующая операция, которую мы с вами еще не выполняли, это стяжка косы на одну иглу. Ее мы будем выполнять на, сейчас скажу на каком, по плану на 35 ряду. После того, как мы сделаем третью риску, будет у меня 35 ряд, и я буду делать стяжку петли. Но лучше, конечно, делать ее не на 35 ряду, потому что коса уже должна быть меньше, а немножко пораньше. Как это сделать, мы будем сделаем с вами попозже, после того, как выполню вторую петлю. Итак, делаем
перевитие 10 на 10 и провязываем еще несколько рядочков и останавливаемся где-то на вот здесь вот между рисками. То есть мы провязываем сейчас 21 ряд, когда мы дойдем ряда до 28, мы остановимся и будем делать стяжку петли. Либо, как вариант, делать ее сразу после того, как мы выполнили петлю. Это тоже вариант для того, чтобы скрыть вот эту вот убавку. Смотрите, как вам удобно. Сразу это выполнять после петли, либо провязать какое-то время, какое-то расстояние, делать убавку попозже. Это несущественно абсолютно, потому что петля у нас и так все скрывает, вот именно своим перевивом. Ну, давайте мы сейчас ее выполним, провяжем 3-4 ряда и будем делать стяжку для того, чтобы у меня уже коса шла не 10 на 10, а 9 на 9. Итак, останавливаемся после того, как провяжем все прибавки, вот эти вот увеличения рядов. У меня 25 рядов на счетчике, и сейчас вот недалеко от второй косы, видите, у нас первая коса, вот она. Вот вторая коса, вот так вот она выглядит в незаправленном виде. Мы делаем убавочку, потому что следующая коса у меня будет 9 на 9, вот такая. То есть, смотрите, у меня вот здесь была игла, которую я буду распускать, петля, и поднимать лицевой. Эта петля никуда не должна деваться, на ней не должно быть на этой игле ни двух петель, никаких переносов. То есть, вот эта петля у меня должна постепенно уходить в бок. Потому что я ее потом распущу оптом и подниму лицевой. Она никуда не должна нигде не запнуться, ни разу ни за что не зацепиться. Поэтому моя задача эту петлю сдвинуть. И сдвигать я ее буду, естественно, в сторону, куда она поедет. Вот эта петля. Видите? И я ее сдвигаю. Причем сдвигаю я ее не просто надеваю на соседнюю, а сдвигаю, вот, например, 2-3 петельки сразу. Надеваю на соседнюю я двухугольным декером. Вот она у меня сдвинулась вот туда. Видите, эта петля как шла, так она и села на соседнюю иглу. На соседней петле две иголки. Когда у нас будет затянута коса, вот это вот место у меня затянется и вообще будет не видно. То же самое делаю со второй частью. У меня была вот эта петля. Значит, я беру ее двухугольным декером. Она с краю и пересаживаю вовнутрь. Расширение делается точно так же. Но никакие ажуры мне тут не нужны ни в коем случае. Поэтому, чтобы закрыть ажур, я беру петлю дальнюю. Вот эту иглу я вообще не трогаю. Вот эта петля, она у меня чистая, должна быть на протяжении всего вязания. Вот она. Она как пойдет вот так вот сама по себе, и трогать ее нельзя. Поэтому я беру петлю из свободной, ниже лежащей со свободной иглы, которая у меня не задействована в вязании, и добавляю ее на свободное место. Никаких ажуров мне в этом узоре не нужно. Все, вот таким образом я сдвинула полотно. Теперь, где мой мел? За счетчиком лежит, не вижу. Смотрите, очень важно, чтобы вы не забыли, что у меня теперь не вот эта петля, а вот эта, вот она. И не эта, а вот эта. Я сдвигаю ее тоже на один ряд. Вот. То же самое здесь. Теперь у меня не эта петля, а вот эта. Вот она. И здесь не эта, а сдвинута на одну иглу в сторону. Я делаю новые отметки. Все. Вот таким путем я сдвигаю полотно. И теперь совершенно спокойно буду делать косу 9 на 9. Тем же самым способом, ничего другого. Я точно так же буду брать нить, точно так же через линейку обвивать и вот точно так же буду их пересаживать. Линейку можно убрать, когда у меня будет там 6 на 6, вот примерно такого размера петли, когда мне будет достаточно просто взять на дополнительную нитку, надеть петлю и довести ее до заднего положения. То есть вот на такую величину увеличить размер петли. Пока мне этого недостаточно, я пользуюсь линейкой, карандашом, не знаю, любой палочкой, любой железячкой, которая у вас есть, через которую можно обвить петлю,
для увеличения ее до вот такого вот гигантского размера. Все, это самые главные секреты. Мы каждый раз сдвигаем полотно либо вправо, либо влево, потому что вы можете начать вязание с тоненькой петелечки, косички, и закончить широкой. В этом случае у нас будет раздвижка полотна, вот по такому же принципу, только в другую сторону. И петлю мы будем брать со стороны косички, для того, чтобы закрыть ажур. Все, сейчас у меня 25 рядов. Я спокойно довязываю до 30 ряда. У меня будет полоса. Я делаю вот такое же увеличение по краю. И на 35 ряду я делаю косу 9 на 9. По принципу абсолютно ничем не отличающемуся вот от этой уже сделанных двух косичек. Только сдвигать я буду не 10 петель, а 9. И так далее. Вот точно так я пойду до последней полосы, которая у меня будет в 50 ряду. И дальше полосы закончатся, будут только косы по отметкам. Когда я дойду до 60, я закрою полотна. И буду вязать только центральную часть. Ничего другого уже у меня не будет. Самое страшное мы с вами уже сделали. Все остальное делается чисто по аналогии с уже проделанной работой. Дошли до 60 ряда на счетчике 60. Закрываем часть до 30 петель. Когда мы, сколько мы определили на центральную часть 30 петелек, вот до 30 мы закрываем наше полотно. Все, 30 петель оставляем и будем продолжать косу по нашему расчету. Дальше с 8 и ниже уже не обязательно брать линейку такую большую, можно взять карандаш, например. Его будет вполне достаточно, потому что на большой линейке слишком растянутые петли, с ними уже даже тяжело совладать при таких небольших петлях, как 8 на 8 и 7 на 7. Поэтому линейку убираем, оставляем карандаш в качестве дополнительного увеличения петли, и все. Так, сейчас мы 1, 2, 5, вот петли до 30 закрываем, 15 и 15 двух сторон оставляем, остальные петли мы закрываем с одной стороны, переводим каретку на другую сторону, закрываем с другой и продолжаем вывязывать только серединку. Закрываю обычной косичкой, потому что, в принципе, можно оставить и открытые петли, потом сшить их горизонтальным трикотажным швом, чтобы вообще не было шва. Но, учитывая, что в нашей шапке вот это место, место сшивания, вообще не будет видно никак, оно будет прикрыто, поэтому тут вообще без разницы, как вы будете закрывать. Это не имеет значения, утяжеления не будет, никаких утолщений здесь тоже не будет, поэтому закрывайте удобным вам способом. Я закрываю обычной косичкой и перевожу каретку на другую сторону, закрываю вторую часть и вывязываем только середину, продолжая делать косы и уменьшая их с каждым разом все больше и больше. То есть у меня уже коса 8 на 8 и дальше пойдет уже совсем маленькие косы по нашему рисунку. Закрывать, еще раз говорю, можно абсолютно любым удобным вам способом. Так, все увеличения мы связали. 2, 3, 4, 5, последнюю на иглу навешиваем, переводим каретку в другую сторону до конца, потому что иначе мне придется разрезать нить, а я резать ее не хочу. Переводим нить в другую сторону. И закрываем до 15. 2, 3, 4, 5. Вот до вот этой иголочки. И как раз 61 ряд у меня
коса 8 на 8, 61 ряд. Вот я все закрываю, видите, линейка, и здесь вот делаю косу. Не забывайте, когда вы провязываете несколько рядов после косы, сдвигать петли. В принципе, вот сейчас я могу уже эту петлю распустить и поднять, а могу сделать это опытом через весь ряд, как вам нравится, как вам удобно, как вы захотите. В принципе, можно и сейчас поднять эту петлю, но лучше немножко провязать после косы, чтобы легче было. Как хотите. Это вообще не кардинально, ни на что не влияет, поэтому поднимать эту петлю можно в любой момент, как вам нравится. Вот я ее подниму, немножко привяжу сейчас косу, несколько рядочков, и подниму эту петлю. Потому что на самом деле, чем длиннее полотно, тем сложнее его распускать. Сейчас, да, закрываем, делаем косичку при помощи карандаша, потому что линейка уже слишком длинна. Ну и дальше все совсем уже просто и быстро будет. Последнюю петлю. И все. Эту часть мы закрыли. Нам она больше, в принципе, не интересна. Нас интересует только коса. Косу делаем 8 на 8. Беру нитку, вот у меня огрызочки этого же цвета. И при помощи карандаша выполняю петлю. Так, 8 на 8. Вот эти вот у меня стоят впереди. Я их не трогаю, я провязываю только 8 петелечек. Карандаш тоже дает увеличение, не такое огромное, как линейка, нам хватит. Естественно, чем меньше петля, тем легче с ней обращаться. Ой-ой. Последняя петелька слетела, сейчас мы ее поправляем. 8 отрезаю. Беру следующую. И вторая петля, вторая часть, через карандаш также. Очень удобный способ. Самое главное не запутаться, где у нас что, где у нас какой край. Отрезаем лишнее. Край второй мы снимаем в первую очередь при помощи крюка. Очень удобный крючок, двухфантурный. Но еще раз, у кого его нет, можно пользоваться и декером, и обычной спицей, и иголкой, и... Ой-ой. Петли тоже пытаются слезть. И вообще любым предметом. Нитки настолько, петли настолько длинные, что в принципе можно вообще даже ничем не пользуясь, просто их снимать и держать в воздухе. Так, это оставили. Так, теперь у меня 4 на 4, 2 декера. Либо 5,3, либо 4,4, как вам удобно. 4,4. Закрываем язычки, иначе через такие петли мы декером не сможем снять их. Сняли, убрали карандаш, подтянули
и аккуратно пересадили. Все. Ой-ой. Зацепила. Главное поднять языки, иначе декеры не садятся на свое место. Так, раз и два. Ничего не перепутала. Теперь едем на другую сторону. И снимаю с крючка каждую петельку по очереди. Можно их, конечно, насаживать на декер, но мне кажется, что это лишняя работа будет. Так, чуть-чуть. И продолжаем дальше. Все, мы самое сложное уже сделали. Так, две петли. Последняя. Подтянули. По плану у нас сейчас 71 ряд. Когда мы доходим до 71, мы делаем петлю 7 на 7. Но провяжу 3-4 рядочка, подниму петлю и не забуду пересадить петлю на соседнюю. То есть сейчас я провязываю 4 ряда, потому что прям вот на косе делать не очень удобно все эти операции. Несмотря на то, что она не перетягивается, все равно лучше мы ее немножко обойдем. То есть провяжу сейчас 4 рядочка. Так, и сейчас у меня долгая операция будет по подъему петель и пересадке. У меня отмечена петля, я ее пересаживаю на соседнюю. То есть теперь у меня петля будет 7 на 7. Не забывайте каждый раз пересаживать эту петлю, потому что у нас не только косичка уменьшается, но и... Нет, это была, я пересаживаю на соседнюю. Закрываю ажур из дальней петли от косы, дальняя петля, чтобы не портить петельный столбик, который мне нужен. Все, и теперь мы можем эту петлю поднимать. Так, вот она будет как раз идти. Мы ее только что пересадили. Соседние петли в переднее положение. Можете все петли в переднее положение, чтобы они не убегали. Берем петлю-уловитель и аккуратно эту петлю распускаем. И смотрим, что у нас она правильно идет. И нигде не сбивается. Вот она идет, нигде не сбивается. И вот так вот мы ее можем распустить до самого конца. Естественно, мы ее до конца и распускаем, поднимаем лицевой. Ну, на самом деле, это можно было бы сделать и пораньше, потому что уж больно большое полотно у меня получается. Здесь тоже это не очень удобно. Так, вот здесь внимательно. Смотрим, с какого места у нас будет подъем петли. Ну, наверное, прямо вот от подгиба. Первая же петля. Мы ее подхватываем и поднимаем лицевой. Подряд. Вот как они шли, так все подряд и поднимаете. У нас получается дорожка с изнанки, лицевая дорожка. Дошли до дальней петли. Видите, вот здесь большая-большая протяжка. Мы на нее внимания не обращаем. Мы спокойно поднимаем петли до конца. Вот эта дорожка, вот изнаночная петля, которая нам будет разделять косичку. Все как в классической косе.
только коса уж больно широкая получается. И мало того, что она широкая, она еще и со сменой размера. Тоже очень интересный эффект такой. Ну и до конца одну сторону. Теперь поднимаю одну сторону, поднимаю вторую сторону и вяжу вторую часть косички. Когда заканчиваю, делаю то же самое. Поднимаю вот эту же петлю. Видите, у меня косичка уходит, а петля никуда не девается. Она вот вместе с косой так вот и едет в сторону. Значит, мы нигде не ошиблись, значит, мы все сделали правильно. Так, обязательно поставьте иглы в переднее положение, чтобы не слетели соседние петли, потому что иначе их тоже придется поднимать. Ой, ну вот, мы все это пересадили, вот разделили вязание. Теперь распускаю точно так же петельный столбик с другой стороны и поднимаю его. Еще раз повторю, что вот это все безобразие мы будем убирать, когда снимем полотно с машинки и разложим на столе. Без машины это делать гораздо удобнее. Вторую сторону и вяжем косичку до конца по нашему вот этому с вами расчету. Вот такая интересная конструкция у нас в итоге получилась. Непонятная совершенно, то ли рыба, то ли скатик, то ли воздушный змей, то ли вообще что-то такое. Теперь наша задача, для начала мы убираем вот эти огромные петли, формируем наши косы, потому что потом это будет неудобно, нам это удобно делать сейчас, когда у нас лицо изнанка в досягаемости, ничего нигде не зашито. Поэтому первым делом мы с вами приводим в себя косу, для того, чтобы она все-таки стала косой. И следующим этапом будем уже заниматься сборкой нашей шапочки. А сейчас коса. Можно начинать с большой косы, можно потренироваться сначала на малой. Вот у нас все эти хвосты мы должны будем в итоге убрать. Есть протяжки. Сейчас делаю маленькую косу, потом большую. И вот эти протяжки мне надо затянуть. Поэтому мы с вами и делали это на разных ниточках. То есть ниточка одна с одной косы, вторая с другой. Желательно, конечно, взять и сделать так, чтобы у нас нитки были в разных сторонах. То есть, видите, у меня получается, что с одной стороны 3, с другой 1. То есть одна коса у меня так и идет. А вторая коса у меня, вот, видите, вот она отверстие. Мне нужно протянуть сюда часть, чтобы две нитки были с двух сторон. С одной две и с другой две от разных переплетений. Сейчас я ее вытаскиваю, смотрю, к какой стороне относится вот эта нитка. Вот эта и вот эта. Это одна. И теперь, значит, петлю-ловителем забираю нить от второй косички. Могу их стянуть. Видите, чем хорошо? Я просто стягиваю одну нитку. У меня затянулось. Я просто стягиваю вторую нитку. И смотрю, подтягиваю эту косичку постепенно. С одной стороны, с другой. У меня связалась коса. Вот она стянута, 4 на 4 стянута. Можно, конечно, петлю ловителем по чуть-чуть это делать. Видите, у меня вот эти хвостики, они просто завязываются. И коса уже вообще никуда у нас не денется. Хвостик с одной стороны завязали, хвостики с другой стороны завязали. Если выполнять эту операцию одной ниткой, вы представляете, сначала вытянуть одну косу, потом через вторую косу вытянуть эту нитку обратно. Это так долго, нудно и, ну, сложно, сложно. Такой вариант из двух ниточек гораздо проще. Вот мы как следует все связали и можем обрезать эти нитки или убрать их внутрь косы даже. То есть, как вам нравится, внутри косы у меня пусто, я могу все эти нитки туда затянуть. Сейчас я их немножко покороче обрежу, чтобы они мне не мешали. Так, берем длинную косу и делаем то же самое.
у меня два хвостика. Вот она, одна коса. Вот она, вторая коса. Я их разделяю. Эта коса здесь. Вторая. Два хвоста у нее тоже здесь. Поэтому хвост второй, начало, я вынимаю на эту сторону. Вот он. И смотрю. Да, вот он хвостик. Хвостики одни, хвостики вторые. Распределили. И теперь спокойненько эту косу я начинаю затягивать. Вот большую косу вот так вот оптом тянуть не стоит. Ее надо постепенно от серединки. Сначала одну часть затягиваете, потом вторую. Аккуратненько, чтобы петли были равномерные. Потому что если потянуть все за одну веревку, у вас может стянуться и будет некрасиво. А так постепенно затягиваете, затягиваете, вытягиваете вот так вот веревочку. Какое-то время это занимает, да. Но по-любому это все равно симпатичнее, чем все остальное, что выполняется вот при помощи каких-то других средств. Нитки спокойно затягиваются. Самое главное убирать петли из середины по одной, по две, как там угодно. Вот у нас эти петли уходят. И мы постепенно, постепенно с вами так, убираем косу. Не за ту нитку потянула, видите, торопилась показать вам, потянула не за ту нитку. В итоге немножко подзатянута, но сейчас мы это все расправим и вернем на место. В конце концов, если вы затянули вот так нитку, завяжите за ней узелок и все. Если вы видите, что затянуто сильно. И возвращаем второй узел. Еще где там эти петли огромные, вот они. И спокойненько их вытягиваю на край полотна. У нас одна коса затянута. Теперь перехожу на другую сторону и вытягиваю лицевую часть. Начинаю с середины и спокойно едем по одной петельке. Вот так вот лучше, надежнее по одной петле. Вы точно никуда не уедете и затянете то, что нужно. По одной петле затягиваете. Не перетянете тогда ничего, и получится именно то, что мы хотим. Вот такая вот петля, она, конечно, очень большая, на нее уходит время, но сейчас мы посмотрим с вами внешний вид. Действительно, это самый лучший способ. Ну и, соответственно, тянем за хвост нашей петли. У меня очень неэластичные нитки, вернее, они цепляющиеся. И получается не очень активно это делать.
Теперь делаем большую косичку. Начинать лучше с середины, так, чтобы аккуратненько в сторону вытаскивать эти петли. Я беру сначала внешнюю часть, видите, беру, ну, примерно середину, и начинаю подтягивать. И каждый следующий хвостик я просто затягиваю. Аккуратно, стараясь ничего не перепутать, не запутать, подтягиваю до размера. Вязание, чтобы петли были размера вязания. Если поторопиться, то навяжите узлов тут. Лучше на пальце. Четко будете видеть, где какая петля. И не запутайтесь. Так, следующая петля. Вот это. Торопиться не стоит, понятно, что это занимает какое-то время, но зато получается очень аккуратно. Если просто потянуть за хвостики, мы можем испортить вязание. Если постепенно, вот так подтягивая по одной штучке, мы спокойненько затягиваем наше полотно. Видите, какие огромные длинные нитки. Если их просто тянуть, они будут... Отсюда у меня вылетела ниточка. Сейчас я ее обратно. Если просто тянуть за хвосты, они будут с краю стянуться, а посередине будет вот этот вот мешок. Его надо убирать очень аккуратно, очень спокойно. Это потребует какого-то времени, но мы с вами сделаем идеальную косичку. Еще один край вывели. И вводим второй край тоже на палец, чтобы не путаться с теми петлями, которые у меня внизу. И по одной штучке аккуратно затягиваем. Каждый раз берем следующую петлю и вытягиваем, отслеживая размер вот этой вот петли, которая у нас в итоге получается. Наша задача сделать так, чтобы петли были размера вязания, не больше и не меньше, не были затянуты, но и не были слишком свободны. Так. Вытянулась не та веревочка, видите, тут все. Следите, следить. Так, аккуратно, следующая. Вытянули, подтянули. Следующую взяли, вытянули, подтянули. Ну и вот она, последняя. Все. Видите, хвост идеально сделан. То же самое с обратной стороны. Мы берем наше вязание на палец, так, чтобы не путаться. Где-то серединку и поехали расправлять ниточки. Затянули и следующую. Затянули и следующую. Вот таким вот образом мы с вами должны собрать все косы. Подтягивая нить под размер вязания. Главное не упустить никакие хвостики, иначе у нас коса распустится, и нам придется ее корректировать, поднимать. Так, одна сторона готова. Точно так же аккуратно затягиваем вторую сторону. Самое главное не тянуть сразу несколько хвостов и делать это по чуть-чуть. Потихонечку, по петельке. Потому что очень длинные петли, когда они короткие, с ними гораздо проще воевать. Затем
затянули с одного края, затянули с другого края. И, собственно, все, вот наша. Петля готова. Подтянули здесь, подтянули там. Связать можно хвостики. Сейчас я их с этой стороны вытащу на изнанку. Мы их просто свяжем между собой, и у нас получится единое полотно такое. С этой стороны вытащили, все вылетает. И с этой стороны сейчас вытаскиваем. В отверстие по краям. Вот у меня 4 нитки, относящиеся к этой петле, к этому перевитию. Я их просто связываю между собой. Они такие длинные, что даже связывать неудобно. Когда вы их связываете, у них уже нет возможности вообще куда-то убегать, куда-то распускаться. И вот наша петля с изнанки, наша огромная-огромная петля с лицевой стороны. Вот она. Все отлично. Огромная петля. Сейчас мы сделаем еще одну и до конца. Крайние мы уже подтянули. 3 на 3 вообще не нужно подтягивать, они так и останутся. И вот так постепенно, по чуть-чуть, потихонечку мы с вами должны затянуть все перевития. Очень аккуратно, осторожно, без спешки занимаемся затягиванием этих петель. Берем следующую на палец, чтобы не спутать ее с изнанкой. И потихонечку по одной петельке подтягиваем. Все еще зависит от того, насколько скользкая нитка. Бывают нитки такие скользкие, что они прямо из рук вываливаются. А бывают такие, вот как у меня, она создает узлы, вся путается, но ни в коем случае не хочет стягиваться. С ними надо совсем осторожно, с такими вот нитками. Поэтому торопиться ни в коем случае не стоит. Нитка очень капризна. Узелок. И... затянули. Так, тут какой-то хвост у меня получился. Сейчас с ним разберусь. С этой стороны затянули, затягиваем со второй стороны и таким вот неспешным путем зашиваем нашу шапку полностью. Лицо сделано. Переворачиваю, делаю изнанку. И до конца. После того, как мы оформили косу, вот она идет на уменьшение. Все, коса отлично. Сшиваем бока. Вот эти бока с линиями мы складываем лицом к лицу и зашиваем. Зашивать, кстати, можно даже швом наружу, потому что у нас все будет закрыто вот этим хвостом. Мы сейчас все прикроем. Если вы хотите, чтобы изнутри был аккуратный шов, вы можете зашивать швом наружу. Тогда изнутри вообще ничего не будет видно. Берем, за исключением подгиба. Подгиб, само собой, зашить надо так, чтобы было не видно, потому что он прикроется и будет виден. А вот все остальное мы зашиваем
либо швом внутрь, либо швом наружу. Это уже не так важно. Зашивать я буду косичкой. У меня здесь вот такой длинный хвост остался. Подкалываю булавками. На самом деле это место будет полностью закрыто, но все равно состыковать полоски синие надо обязательно. Скалываю синие полосы между собой. Кстати, вот этими ниточками, которые у нас остаются, я их между собой сейчас и сошью. Эти синие нитки, они мало того, что являются метками для сшивания, еще и будут соединять мне полотна, чтобы я точно никуда не разъехалась в процессе сшивания. Вот, соединяю их между собой. И сшиваем. Последнее. Шов можно делать самый тоненький. Грубый шов делать не обязательно, можно за протяжку сшивать, чтобы потоньше был шов. Мы все-таки будем это все загибать, чтобы не было загрубления. Беру крючок и зашиваю, за исключением подгибчика. Подгибчик зашью в последнюю очередь. И за петельную столбик, либо за протяжечку аккуратненько сшиваю, стараясь натягивать полотно, чтобы все-таки стяжка была такая хорошая. Поэтому аккуратно сейчас садимся. Сшивать можно на машинке, можно сшивать руками, вот как вам нравится. Вообще несущественно. Натягиваю полотно, ведь я пальцами растягиваю полотно с одной стороны, и вот здесь вот пальцем натягиваю нитку. У меня получается со всех сторон натяжение. Зашиваете до конца. Вот этот шов боковой, эту часть мы пока оставляем. Теперь у нас самый ответственный момент. Мы должны заложить складки. Вот в таком виде у нас все это лежит. Здесь наша верхушка. И синие метки, складки. Как мы их будем закладывать? Вот эти вот синие ниточки, в принципе, их можно даже никуда не заправлять. Тут все будет закрыто. Эта часть абсолютно закрыта, и никаким образом видно это все не будет. Лишний раз еще раз подвязываю их и обрезаю, чтобы они у меня тут не болтались и не мешались. Убедились, что они завязаны, и все. Беру булавки. И теперь делаю складки. Складка должна быть такой, чтобы вот эта синяя часть оказалась наверху. Вот, вот так закладываю. У меня, видите, лицом сюда лежит шапка, шов тоже наружу. Беру за синюю часть и докладываю практически до следующей синей части. Вот складочка, синяя риска пошла поверху складки. Подкалываете. Следующая синяя риска практически поверху складки. Вот. Практически до следующей складки дошли. Можно, кстати, чуть-чуть покороче делать, потому что мы слишком соберем здесь узелок. Давайте чуть пониже. Чуть-чуть вот, вот так. Складка так. Чуть ниже следующей складки закалываем вторую. Чуть ниже следующей складки закалываем третью. И примерно на таком же расстоянии закалываем последнюю. У меня получается вот такая вот гармошка по низу, вся в складках. И каждая складка имеет верхнюю часть синей. Верхушку.
Сейчас я булавками это все закалываю и смотрю, что получается. И в итоге моя шапка приобретает вот такой вид. То есть теперь моя задача будет примерить это все, посмотреть, как оно сидит, потому что вот эта часть у меня пойдет вниз. Вот. Вот она моя шапка. Вот. Поэтому здесь мне тоже надо будет все это зашить. Я не стала зашивать сразу, чтобы определиться, с самого начала мне зашивать или с какого-то расстояния. Чтобы внизу было отверстие, возможностью расхождения полотен. Все это буду сейчас смотреть на модельке. В принципе, смотрите, может быть, можно еще поглубже зашить. Потому что моя задача будет опустить вот это вот полотно и открытые петли пришить к основанию планки. Сложив его пополам, вот так вот зашить. Закрываем вообще все швы, вообще все, что можно. У нас вот здесь складки. Складки мы зашиваем, само собой, по центру. Можем подхватить еще вот где-нибудь, примерив эту накладку, прямо вот у нее краешку. Либо, когда будем пришивать накладку, прихватим вместе с ней и складки. У нас получится вот такое вот очарование. Вот такие вот живые складки с верхушкой синего цвета. Можно их, кстати, да, вот так вот кое-где и пришить изнутри, конечно. Прихватить, чтобы эти складки и никуда у меня не уходили, не расправлялись. Сейчас примеряем на модель. Складки. Это заложены все. Расправить их, естественно, надо будет потом, когда мы будем заниматься окончательной компоновкой этого изделия. Складки, складки, вот здесь все убрано. Вот, поэтому я не стала зашивать, потому что здесь вот хватает макушки. Если складки заложить потолще, то вот здесь с самого края может не хватить немножко на сшивание нашего полотна. Видите, все хватает. Накладку берем и смотрим, ее тоже как раз хватает, потому что мы все правильно измерили, все правильно сшили. Если вот здесь все зашить, у нас коса четко идет по шву и все закрывает. И вот она больше, меньше становится, и в итоге, сложившись пополам, уходит просто в ноль. Вот такую вот сборку нам сейчас надо доделать. Собственно, основное полотно понятно. Можно немножко поуже заложить складочки. То есть помощнее. Зашиваем складки. Зашиваем верхушку. Вот так вот по этому шву. Зашиваем нашу эту планочку, можно пополам ее зашить, но не с самого начала. С самого начала не надо, ближе к краю. И как она ляжет, так ее и аккуратненько подшить к нашей шапке. Наша задача сейчас просто разложить складки и зашить аккуратно. Можно катушечной нитью того же цвета, можно этой же ниткой, как вам нравится. Я сейчас сделаю складки поглубже немножко. То есть беру и делаю складочки практически в притирку друг к другу, синий к синему. У меня было больше сантиметра разницы, сейчас я сделаю их рядышком. Совсем рядом. Всем близко. Складки получаются гораздо более массивными. Шапка не так длинна уже выходит. Самое главное смотреть, чтобы синий был по верху складки, никуда не делся, не уехал. Ну,
здесь, в принципе. Я не стала вывязывать самую последнюю складку, можно было и вывязать. Потому что она все равно будет практически вся закрыта. Верхушкой вот модель этой шапки. Изнутри все эти складки, конечно, тоже нужно подшить, иначе они вот так вот и будут топорщиться. Мы их аккуратно-аккуратно сшиваем здесь, аккуратно-аккуратно сшиваем здесь. Можно простегать тут, прихватить по уголкам, если вы не хотите каждый раз, когда надеваете эту шапку, поправлять ее на себе, чтобы она все время была готовенькая. И зашиваете вот эту часть. Ну, не до самого конца, все равно, вот почти до конца. Чтобы вот здесь вот, самое главное, чтобы наша верхняя вот эта вот накладка, она не оттопыривалась вот так вот. Видите, если она ляжет вот таким вот образом, она откроет края и будет очень некрасиво лежать. Если ее пришить почти, но не до самого, но почти, у нее не будет возможности раскрыться, и она вот так вот ровненько, сейчас подколю. И ляжет руликом. Рулик этот тоже можно подшить в самом конце, вообще обязательно. Вот здесь вот не обязательно. Он и так никуда не денется. Наша задача сделать так, чтобы коса помещалась в эту половинку. Если коса не помещается в половину, то сами понимаете, что вот такая вот коса будет некрасиво смотреться. Поэтому зашиваем пополам в том месте, где у нас косичка уже достаточно узкая. Здесь зашивать не надо. Итого, от края сантиметров до, за 4 до окончания первой нижней части, и где-то с середины вот этого рулика косички до конца аккуратненько зашиваете. Как это вообще не важно, потому что, видите, все закрывается руликом. Ни один шов у нас нигде торчать не будет. Сейчас заложили складки, все зашили, и будем оформлять уже нижний край. Так, вот что у нас получается. Зашита верхушка, чуть-чуть не до конца. Зашит этот рулик, там, где у нас коса достаточно тонкая. Теперь пришиваю край к подгибчику. Если вы свяжете его подлиннее, вы можете загнуть его под подгиб. Будет тоже очень интересно. Смотрите, какой эффект. Загибается внутрь. И вообще проблем нет с сшиванием. Ни единого шва у нас просто на видимости не будет. Все убрано, спрятано. У нас он не настолько длинный. Я его вошью в шов рядом с подгибом. Либо чуть повыше, чуть пониже. Это не важно. Самое главное, у меня здесь хорошие открытые петли. Но, к сожалению, мне эти петли придется сейчас убрать, потому что двойное полотно сшивать очень тяжело вот таким вот образом. Сейчас я его убираю вспомогательную нитку. Если бы нитка была одна, вообще никаких проблем. Но ниток тут две, двойное вязание, поэтому я припарила немножко эти петли, они не должны распуститься. И убираю вспомогательную нитку. Очень осторожно, стараясь ничего не перетянуть. Не попортить петли. Обычно я сшиваю все прямо через нитку вспомогательную, но двойное вязание очень тяжело через вспомогательную нитку. Будет совсем трудно смотреть, где эти петли, куда они ушли. Если у вас очень тонкое вязание, ой-ой, вот взяла и распустила. Если у вас очень тонкое вязание, обратите внимание, вяжите длиннее подгиба и загибайте внутрь. Будет совсем-совсем хорошо смотреться. Так, распустила я чуть-чуть и с самого края оставлю как есть.
и начинаем зашивать нашу эту накладку. Раскладываю ее посередине. Смотрите, у меня тут зашитые складки. Можно убрать нитку так, чтобы она была не видна, в петлю. И начинаю соединять петли и вязание. Петлю здесь, петлю там. Сшивать буду, имитирую горизонтальный трикотажный шов, но сложность в том, что мне нужно подхватывать петли и с одной стороны, и с другой. То есть я подхватываю как бы петлю одну, но при этом ловлю две, левую, правую, то есть верхнюю и нижнюю. Иду сюда, две петли. Иду сюда, две петли, верхнюю и нижнюю. Удобнее вот так немножко их развести. Вот так. И тогда проблем вообще никаких. И здесь петля и петля. Горизонтальный трикотажный шов. Можно здесь через только верхнюю, а здесь через две. Раз, два. И две петли. По шапке вводим в ту петлю, которую только что были, и через две петли нашей планки проехали. Раз и две петли на шапке. Получается достаточно аккуратно. Заходим в ту петлю, из которой мы выходили, верхнюю, и подбираем две петли нижних. То есть верхнюю и нижнюю, через две петли у нас проходит игла. Через две петли у нас проходит с этой стороны, просто по краю подгибчика. Через верхнюю петлю вверх ввожу в первую петлю и выхожу через две петли напротив друг друга. Подтянули. Здесь у меня нитка, я ее вытащу. Этой ниткой зашью вот этот шов. У меня, видите, еще не зашит подгиб. И вот таким образом я делаю завершающую уже отделку. Практически все готово. Нам останется только разложить складочки. И все, наша шапка готова. Можем ее носить. После того, как подошьем сейчас все. Главное не упустить ни одну петлю, тогда все будет очень хорошо. Верхнюю и две. Выходим из двух петель напротив друг друга. Прихватываем обе сразу. Видите, со вспомогательной ниткой было бы гораздо сложнее зашивать. Так мы и шов имитируем, не утолщаем полотно и очень крепко все это привязываем. Так, остается совсем чуть-чуть. После того, как дошиваю, дошиваю здесь. Закончу со швом
посередине головы, потому что в таком виде, конечно, тоже это все оставлять нельзя. Пришить надо обязательно, соединив шов на верхней части, на вот этом, на косе, и шов посередине шапки. Вы это обязательно сшиваете, иначе у вас он так и будет болтаться в разные стороны. Закладываем складки, если это надо. Так, ну вот у меня уже петли и заканчиваются. Последняя. С одной начали, одной закончили. Я из нее выхожу и запускаю нитку туда, изнутри зашью. Все. Планка пришита. Зашиваю. Теперь подгиб. Через катушечную нитку вставляю в ушко иголки нить шерстяную. Самый лучший способ. Вставили петельку из катушки в ушко и, продев петлю шерстяную нитку, вытянули. Очень удобно. Главное, быстро, просто и абсолютно надежно. Только нитки мне не надо. Так, зашиваю подгиб. Начинаю с лицевой стороны. Подхватываю с одной стороны петлю. Подхватываю с другой стороны петлю. Так, чтобы совместить их. С одной стороны петлю. Главное, по одной петельной дорожке. С другой стороны петлю. Затянули. С одной стороны петлю, с другой стороны петлю. Дотягиваете. Два петельных столбика притягиваются друг к другу и практически не видно шва. Переходим на изнанку. Делаем то же самое. И все, мы дошили. Подгиб зашит. Все зашито. Могу завязать узелок и спрятать в подгиб ниточку. Все, что нужно прятать, если где-то рядом есть подгиб, вот прям в этот подгиб и прячем. Отрезали лишнее. Все здесь. Точно так же нитка остается. Завязываю узелок и прячу нитку. Так, узелок. Нитка очень капризная. Она сразу превращается в какое-то сборище узлов и совершенно не хочет провязываться. Так, завязали узелок и убрали подгиб. С этим закончили. Отлично. Теперь можно заложить складочки. Еще раз говорю, вот здесь вот просто складки подшиваете, вот прихватываете их, и пускай они себе вот в таком виде и лежат. Вот мы их прихватим. А желательно это, конечно, делать на себе. То есть посмотрите на себе, надеваете, смотрите, как эти складки лучше положить, чтобы они лежали изящненько. Соединяете шов. Рулика с здесь вот в серединке, чтобы все это закрыть, и вот здесь вот где-нибудь и пришиваете по краю, чтобы это вообще никогда ни в каком виде не могло раскрыться. Ну и заодно прихватываете еще раз складки вот здесь вот по краю,
просто иголочкой вот так вот проходитесь по краю, пришиваете косу и прихватываете складки так, как они у нас просто обязаны лежать. Так, чтобы синий цвет был на самом верху. И складки еще раз мы укрепляем таким образом. Они имеют гораздо меньше возможности куда-нибудь у нас уехать. И вот здесь вот, вот этот край тоже, само собой, надо подшить. Вот так вот. Все, зашиваете по верхушке. И, собственно, на этом наша шапочка готова. Заложенные складки, подшитые коса. Коса оформлена спереди. С боков закладываете все, как вы хотите. И любуемся своим совершенно чудесным новым приобретением. Только мы его не приобрели, а изготовили сами. Все получилось, как хотели. Складки заложены, косичка связана. Огромная коса идет через всю голову, уменьшаясь до совсем малюсенькой. Все зашито, убрано, складочки лежат. Все очень хорошо, отлично, плотно сидит по голове. Если вы хотите, можете делать складки побольше. Если хотите, чтобы челма была подлиннее, делайте мерки с прибавками, то есть плюс к тем меркам, которые мы с вами снимали, добавьте еще немножко. У вас будет немножко свободнее по голове она сидеть. Можете добавить планочку пошире. Все на ваше усмотрение. У нас получилось все, что мы с вами хотели сделать.